Добрый день, это Стив. Я хочу сказать немного о этом процессе. Для меня писать по-русски это очень сложно. И как раз я должен послать мое писание на мою учительницу, чтобы она может исправлять то, что я писал. Но, тем не менее, это для меня это очень интересный опыт. Но когда я говорю, но все мои ошибок очевидно. Но когда она оправляет то, что я пишу, но это выглядит лучше. Я слушал из «Эхо Москвы», я слушал передачи с Алексеем Венедиктов, и он сказал, что в Ванкувере есть один другой блогер. И я читал блог Александра, очень-очень интересно, и он говорил о юморе. И я должен сказать, что юмор это на каждый язык есть свои, на каждой культуре есть свой юмор. И я говорю под языка, и русский это мой последний язык. So это, но я должен сказать, что юмор это всегда разное. Но я очень люблю видеть русских и в особенности советских фильмов. И я видел «Бриллиантовая рука» и тоже «Ирония судьбы». И я должен сказать, что я очень любил «Ирония судьбы». «Бриллиантовая рука» это немножко другое. Тоже забавно, но я предпочитал «Ирония судьбы». Но, в всяком случае, до свидания. И если у вас есть какой-то вещи, которые вы хотите, что я говорят, но скажите, пожалуйста, на мой блог. До свидания, до встречи.